Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим брюссельскую капусту. Для приготовления нам потребуется 400 грамм брюссельской капусты замороженной, 10 грамм укропа, 2 дольки чеснока, подсолнечное масло, соль и вода. В чашу мультиварки наливаем 500 мл горячей воды, так вода закипит быстрее. Сверху устанавливаем корзину пароварки с капустой. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме пар, пароварка, варка на пару. Для брюссельской капусты достаточно будет 20 минут, если время отсчета начинается сразу, и 15 минут, если время отсчета начинается с момента закипания воды. Время истекло, капуста готова. Итак, капусту поливаем маслом, пару столовых ложек будет достаточно. Если вы не поститесь, можно растопить сливочное масло. Посыпаем измельченным чесноком и посыпаем мелко порезанным укропом. Аккуратно все перемешиваем. Так как капуста готовилась без соли, сверху слегка присыпаем солью. Такая капуста может быть отличным самостоятельным блюдом или хорошим дополнением, например, к картофельному пюре. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Thank you.